А это Рыжик, кавалер кошечки-мыши, которую я часто показываю в своих видео. И он хорошо научился выполнять одну штуку. Когда я оставляю ему куриные шейки, то привязываю их к веревочке, для того, чтобы их не съели вороны. Вот как Рыжик научился с ними управляться. А я тем временем беру следующую шейку и тоже подцепляю ее к веревочке. Вот она. И ждет Рыжика. Вот и Рыжик. Сорвал, сорвал. Сорвал. Ищи теперь, где упал. Так, Рыжик ищет. Нашел. Молодец. Рыжик, видишь? Показала Рыжику шейки, но они почему-то его не заинтересовали. Он принялся умываться. Тогда я еще одну шейку привязала опять к веревочке. Посмотрим. Или он наелся и больше вообще не хочет уже есть. Либо будет добывать шейку опять с веревочки, а не с ветки. Рыжик, смотри. Фас, лови. Все, как ты любишь.